Макар Ойл Клок Тауэр Хоутел, Саудовская Аравия, 601 метр. Высотка интересна не только своими выдающимися габаритами, но и архитектурой. В отличие от своих соседей по рейтингу, Макар Ойл Клок Тауэр Хоутел высотой 601 метр не выглядит как здание из фантастического фильма и совсем не напоминает типичный небоскреб, который можно встретить практически в любом мегаполисе. Дизайн этого сооружения в Мекке привлекает внимание, во многом благодаря внушительного размера фронтальным часам, которые признаны самыми крупными в мире. Сегодня в этом здании размещается отель, торговые центры, рестораны и офисы. На его строительство было потрачено свыше 15 миллиардов долларов, что делает его одним из самых дорогих небоскребов на Земле. В мечети Аль-Харам находится Кааба, главная святыня ислама. Самая высокая башня в комплексе, которая служит отелем, призвана помочь в обеспечении жильем около 100 тысяч из более чем 5 миллионов паломников, которые ежегодно посещают Мекку для участия в хадже.